Всем привет! Сегодня 14 мая 2020 года, и нам из школы привезли очередной сухой паёк. Выдается этот паёк на 21 день, но с учетом того, что последний паёк нам дали месяц назад, вот это вот все до конца учебного года. Сразу хочу отметить, почему нам привозят из школы сухие пайки, а мы сами за ними не ходим. Дело в том, что наша школа находится в 60 километрах от нашего населенного пункта. Мы живем в Ленинградской области, и губернатор у нас Дрозденко, а не губернатор Санкт-Петербурга. Не путайте вот этих двух людей. А очень много злобных комментариев по данному поводу, завистливых, таких, знаете, мелочных, каких-то политических, чего только, какой только гадости не пишут в комментариях по поводу вот этих вот сухих пайков. Кто-то адекватно это воспринимает, кто-то начинает злиться, в первую очередь от того, что им их не дали. Я уже говорила по данному поводу, что я лично согласна с тем, что вот такие пайки нужно было выдать абсолютно всем детям, да? Можно было опросить родителей, есть семьи с хорошим достатком, может быть, им эти пайки не нужны. У меня в комментариях нашлись сволочи, по-другому я их назвать не могу, которые даже заметили мою стиральную машинку и сказали: «С такой стиральной машинкой вы им еще пайки дают!» Ребята, по-вашему, что, в России все должны быть вообще сплошь нищебродами, чтобы им дали сухие пайки? То есть человек должен быть уже на грани, да, на грани вот голодной смерти, чтобы ему принесли сухой паёк. То есть ни мебели, ничего вот у этого человека вообще быть не должно. То есть деревянные полы, там, не знаю, мебель с 60-х годов еще прошлого века, то только этим людям надо давать сухие пайки. Меня вот просто, знаете, бомбит вот от того, насколько злобные люди. Потом вот это вот: «А, единороссы, вы там хвалите, поете дифирамбы губернатору, сколько вам за это заплатили?» Ребята, когда только началось вот это вот коронное цирковое представление, я сразу говорила, в данной ситуации главное не оскотиниться. И я еще раз подчеркиваю, что наш губернатор Ленинградской области в данной ситуации поступил более чем достойно. Во-первых, было сказано, что будут даваться сухие пайки именно тем детям, которые в школах бесплатно питались вот до этого момента. То есть они и так ели бесплатно всегда, ни при каких условиях. То есть вот других вот что... То есть, понимаете, даже у нас в школе вообще нету разницы. Богатые родители, бедные родители. У нас все дети в школе питаются бесплатно, абсолютно все. Потому что у нас школа для детей с ограниченными возможностями. У детей повышенное питание. Даже когда не было всего вот этого карантина, наши дети в школе питались прекрасно. Прекрасно, понимаете? Потому что такие дети. Я уже говорила о том, что я с удовольствием меняю весь этот паёк на здоровье вашего ребенка. Заберите все эти макароны, молоко, масло, но отдайте здоровье вашего ребенка моему, а мое здоровье моего ребенка заберите своему. И потом наслаждайтесь этими макаронами, этим маслом и всем остальным. Будет замечательно. Я прошу прощения у своих подписчиков вот за этот негатив перед тем, как мы снимем, что ж нам дали в этот раз. Это уже третий паёк. Я оставлю ссылочки на обзоры первых двух пайков. В первом пайке было даже мясо. Что сейчас будет? Я вижу там какие-то консервы, вижу опять крупы. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что я на все вопросы сразу изначально ответила, чтобы потом не писали всяких гадостей в комментарии. И еще раз хочу подчеркнуть, что наш губернатор не оскотинился, выдал пайки всем детям, кто питался бесплатно в школе. Более того, у нас в Ленинградской области людей не кошмарят. И за ними полиция не бегает, понимаете? Люди спокойно ходят в магазины, в аптеки. Даже есть люди, которые ездят на работу и прочее, прочее, прочее. У нас много магазинов каких-то работы, там строительные, еще что-то. Рынки работают не в целом, не в полном объеме, но продукты,
там какие-то хозяйственные и прочие товары, это все работает, понимаете? Вот и все. Это такой губернатор. Он решил, что в нашем регионе будет вот так. Что решили ваши губернаторы? Все претензии в администрацию ваших губернаторов. Не надо мне писать гнев, понимаете, в комментариях под моими видео. Ребята, у вас есть приемные губернатора, все на свете. Завалите их заявлениями, требуйте, просите, понимаете, диванными критиками быть очень просто. Вот я человек, который неоднократно ходил на поклон куда-то в администрацию, что-то просил и даже требовал. И я получала какие-то результаты. А вы, сидя на своих кухнях, лежа на своих диванах, только можете бубнить и писать гадости в комментариях. Все, больше вы ни на что не способны. А вы сходите в администрацию, попросите, потребуйте, напишите заявление. А вдруг что-то изменится? Собственно, я сейчас вот это все высказала, выплеснула. Ну а теперь давайте посмотрим, что же нам в этот раз выдали. Итак, что мы тут имеем? Мы имеем пакет 2 литра растительного масла. 5 пакетов в этот раз дали. И молока. 1, 2, 3, 4, 5, 6 литров молока. Сейчас будем смотреть, что выдали дальше. Сейчас как-нибудь стульчик так подвину. Так. Или камеру выключить. Так, сейчас посмотрим, что дальше. Так, это ставим на пол. Дочь, давай вот тот пакетик черный. Вот тот последний. Да. Так. И это не мусорные мешки, а обычные мешки. Дай мне, пожалуйста, ножницы. Их уже не развязать, поэтому ручки обрезаю. Итак, тут у нас... Сейчас вот так вот поставлю камеру. Тут у нас... Тут у вас... Так, рис. 1 пакет. 2 пакет. Макароны. Килограммовые в прошлый раз были. Вермишель. 1. Ой. 2. 2 килограмма вермишели. В очередной раз ясно солнышко. В этот раз пакеты больше. 2 средний размер. То есть тут какая-то пачка побольше. В прошлый раз такие поуже были пачки. Их здесь 2. Здесь пакет гороха. Вот за горох спасибо. Горох это вообще, кстати, вот, ребята, гречка и горох это просто то, что надо, когда кушать совсем нечего. И 1 пакет гречи. В прошлый раз выдали очень много гречи. Еще осталось до сих пор. Следующий пакет. Давай, дочь. Угу. Следующий пакет. Тут у нас какие-то консервы. Консервы нам выдают практически первый раз. Давали тут раз сгущенку. Тут я вижу какая-то тушенка. Так. Говядина тушеная, высший сорт. Так, еще по срокам годности давайте посмотрим. 09.04.2020 года. То есть прям свежатина. Так, видно, не видно. Прям 9 апреля тушенка делалась. ГОСТовская. 1 банка. 2 банка. 3, 4, 5. 5 банок вот такой вот тушенки. Отлично, просто. Вот оно мясо. Так, тут у нас... О, мука, замечательно. Так, 1 сок персик яблоко. Так, это ребенок у нас любит. Так, кисель. Тоже хорошая вещь. Малина, малина и вишня. 3 пачки киселя. Так, и мука. Не знаю, видно, не видно. Так, вытащу. 2 килограмма муки. Саратовские Нивы. Саратов, спасибо за муку. Доча, давай следующий пакетик. Так, тут у нас, по всей вероятности, фрукты.
Сейчас посмотрим, что далее. Я просто чувствую, что уже яблоками пахнет. Так, да. Тут у нас так еще не только фрукты. Тут у нас очередные две пачки сливочного масла. Две. Так, вот так. Две пачки сливочного масла. Дочь сразу в холодильник ложи. Так, тут яблоки, бананы, апельсины и даже лимон. Вот так вот. Так. И так, забери, пожалуйста, это вот туда. Ближе к бутылке поставь, пожалуйста, на пол, пожалуйста. Угу. И давай следующий пакетик, пожалуйста. Угу. Так, тут у нас сверху вижу вафли. Так, где ножницы? Так, вафли. Так, раз упаковка. Держи. Два упаковка. Все, все свежее. Годно до 14 декабря. Так что некоторые пишут, что там прям совсем все повыдавали какое-то. Вот. Февральские прянички. Весенние во всем настроении. Так, еще вот эти печенюшки уже давали. Ребенку очень понравились. Вот такие печеньки. Да? Да. Вкусные были? Да. Хорошо. Так, вот такая вот шоколадка Альпенгольд. Держи, молочный шоколад. И пакет сахарного песка. Вот такой, развесной. Так что вот так, я считаю, что это вполне себе достойный паёк. Я еще раз повторяю, что я придерживаюсь того мнения, что действительно выдать надо было пайки абсолютно всем детям. От мала до велика, неважно, какой у родителей доход, работают они или не работают, это было бы честно и справедливо. Но, ребята, еще раз повторяю, что у меня ребенок, который учится в школе для детей с ограниченными возможностями. И я с удовольствием поменяю здоровье вашего ребенка на вот все вот это, то, что мне сейчас выдали. На одного единственного ребенка. Собственно, на этом сегодня все. Всем спасибо за добрые комментарии, лайки и грозные дизлайки. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.